не понимаю, что происходит. Откуда вы пришли? С пенсии. Суд вынес приговор убийце молодого врача Андрея Кима. По данным следственного управления по Магаданской области, в ночь с 27 на 28 декабря 2019 года компания мужчин проводила время в одном из частных гаражей в районе Галут по улице Гагарина, 58. Во время застолья осужденный, находясь в алкогольном опьянении, стал конфликтовать с собравшимися. По этой причине его выпроводили и вызвали знакомого развести гостей. Злоумышленник съездил домой, вооружился охотничьим ружьем и вернулся к приятелю ради мести. Открыв дверь гаража, он произвел 3 выстрела в сторону своих знакомых. Водитель авто поморгал фарами и направил машину на преступника, чтобы предотвратить стрельбу. За это в водителя выстрелили 2 раза. От полученных огнестрельных ран 36-летний водитель скончался на месте. На суде обвиняемый сказал, что таким образом он хотел пошутить. В случае с убийством водителя автомобиля имелась запись с видеорегистратора, в связи с чем здесь более-менее было все понятно. Однако версия стороны защиты заключалась в том, что мужчина не желал совершать убийство своих приятелей, которые находились в гараже, и просто пытался пошутить. Вместе с тем, собранные следствием доказательства, которые были представлены коллегии присяжных заседателей Государственным обвинителем прокуратуры Магаданской области, убедили их в обратном. Единогласным решением коллегии присяжных заседателей мужчина был признан виновным в совершении покушения на убийство 3 лиц и в убийстве водителя автомобиля в связи с выполнением им общественного долга по пресечению преступления. Коллегия присяжных заседателей на суде единогласно признала преступника виновным и незаслуживающим снисхождения. На основании обвинительного вердикта мужчине Магаданским областным судом по совокупности совершенных преступлений назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.